Эрбельц Рената Усатый и вице-мэр муниципия Игорь Шеремет участвуют в работе 6-го международного бизнес-саммита. Он проходит с 14 по 16 сентября в павильонах Нижегородской ярмарки. В этом году саммит собрал около 12 тысяч участников из 34 стран. Представители руководства Северной столицы проведут в рамках этого мероприятия 70 рабочих встреч. В интервью нижегородскому телеканалу «Время Н» Игорь Шеремет рассказал, что подобный бизнес-саммит бельская делегация посещает в третий раз. Однако в этом году Молдова впервые представила свою продукцию. Разы, когда мы были как приглашенными и просто как участвующие, да, на этих форумах, которые проводятся ежегодно, вот в этом году у нас есть уже стенды своей продукции, то есть не только по муниципии Бельц, но и севера Молдовы, то есть уже существенные результаты, то есть от соответствующих переговоров, которые начались, да, в предыдущие года, на предыдущих как бы участие. В этом году есть уже ощутимые результаты, есть уже стенды молдавского производства, нашей продукции. То есть в основном сегодня выставлены стенды виноконечной продукции и, конечно же, фруктовых и овощных как бы продукции. Бизнес-саммит в Нижнем Новгороде проходит с 2012 года и представляет собой в первую очередь площадку для бизнеса, где собираются ведущие эксперты, экономисты, общественные деятели. Формат саммита сочетает в себе конгрессную и выставочную части. Выставка формируется по направлениям импорт, экспорт, инвестиции, коммерческая недвижимость, инновации и туризм. Ставший ежегодный бизнес-саммит продолжает эти деловые традиции. Соединяем свои площадки отечественных и иностранных бизнесов, инвесторов, экспертов, представителей органов власти. За время своего существования Нижегородский бизнес-саммит зарекомендовал себя как эффективная платформа для презентации лучших региональных практик, обсуждения актуальных проблем делового сообщества и заключения деловых контактов. Бельц и Нижний Новгород являются городами-побратимами. Соглашение о побратимстве подписали в июне 2016 года. Рената Усатый и мэр Нижнего Новгорода Иван Корнилин. Как ранее сообщал мэр Бельц Рената Усатый, договор о побратимстве с Нижним Новгородом уже приносит свои плоды. У нас очень молодая история сотрудничества между нашими городами, да, ровно год назад этот день мы подписали соглашение. У нас есть уже результаты. Мы очень рады тому, что благодаря поддержке губернатора, Министерства образования, наши дети учатся у вас. Дети приезжают с огромным количеством положительных эмоций. Кроме того, ранее мэр Бельц заявил, что руководство Нижегородской области окажет содействие в открытии ресурсного центра в Бельцах, где будут готовить профессионалов по специальностям различного профиля. Также с губернатором Нижнего Новгорода Валерием Шанцевым обсуждались планы открытия торгового дома «Бельц» в Нижнем Новгороде. Напомним, что осенью по инициативе Рената Усатого в Бельцах пройдут сразу два международных форума – инвестиционный и урбанистический, в которых будет участвовать и нижегородская делегация.